С вами все об энтомологии. Сегодня, как вы знаете, что у меня две рубрики в зиме. Это всякая ползучая тварь, летающая насекомые и ловля птиц. Я видела, но синицы уже выпустил. Короче, вчера я съездил в зоомагазин и в зоорынок. В зоомагазине я приобрел вот таких вот желтобрюхих тритон. Сейчас я вам их покажу. Вот. Видите? Надеюсь, вы их увидели. А, вот они сами. Желтобрюхий тритон. Ну, огнебрюхи, желтобрюхи, оранжевобрюхи, короче. Ну, их называют оранжевые, огневые. Короче, забыл уже. Огнебрюхи и тритоны, вот. Эти корягу уберем. Они еще маленькие, это малек, короче. Сами они вырастают вот такие где-то. Вот такие вот, вот, с мою руку. Ну и со взрослого. А если тритон вырастает большим, ну... Тихо. Блин, чуть не придавил. Он вырастает вот где-то вот до сюда. Не подумайте, что они живут. Жить у меня в этом контейнере будут. Они будут жить у меня в террариуме. Блин, всегда падает. Ладно, не будем их тревожить. Еще я купил другого питомца. Я купил на зоорынке. Но его не видно сейчас. Сейчас я за телефон другим скажу. У нас казахстанский щегол. Это не российский щегол, а наш казахстанский щегол. Вот он. Он тоже такой. Как же можно посмотреть на него? Вот, вот такой вот он. Красавец. Вот. И вы не подумайте, что я в такой тесной клетке тоже буду сидеть. Чтобы он там сидел. Нет. Мне папа уже делает клетку, а для тритонов он привезет террариум. Вот, вы не видите, что у них брюшко вот оранжевенькое. Ну ладно, всем пока, всем удачи.